Стильная компактная беспроводная мышка в необычной расцветке. В этом видео мы распакуем мышку F-Styler FG12S от AFOTECH, предоставленную в двухцветной расцветке Panda. Манипулятор поставляется в блистерной упаковке, внутри которой найдем компактный USB-приемник, батарейку и инструкцию. Данная модель доступна в трех версиях – черный, белый и двухцветный, как у нас. Мышь целиком выполнена из пластика, при этом кнопки белого цвета, а остальные части черного. Внешние размеры 108 на 64 на 35 мм. Помимо основных клавиш есть лишь нажимающийся скролл. Других кнопок у этой модели нет. Производитель заявляет, что в кнопках установлены микропереключатели с очень низким уровнем шума и ресурсом 5 миллионов нажатий. Снизу выведено окошко оптического сенсора, переключатель питания и крышка отсека для установки пальчиковой батарейки. В этом же отсеке есть место для хранения комплектного USB-приемника. Он выполнен в ярком оранжевом цвете и имеет очень компактные размеры, что особенно удобно, если вы планируете подключать мышку к ноутбуку. Наконец, поговорим о цифрах. Сенсор у данной мышки имеет фиксированную чувствительность в 1200 dpi. Связь с приемником устанавливается по радиоканалу на частоте 2,4 ГГц, а максимальный радиус действий составляет 15 метров. Частота опроса USB-порта 125 Гц.